секрету скажу. Мы начали запись. Всем привет, уважаемые. С вами любопытный геймер и Ичи. Рейнер, который. И это, я не знаю как. Ну, наверное, это возвращение раковника. Да? Ты как думаешь? Не знаю, это, наверное, возвращение адовника, потому что мы запускали это лет 10 только. Ну, мы сменили немножко платформу, у нас вместо Доты теперь Герои Шторма, но это, в общем, не меняет раковости ситуации. Мы раковая опухоль, мобы. Да? На всех супер-мега-дотерах. Неоперабельная нифига. Короче говоря, и неубиваемая. В отличие от Доты, в которую играли вообще все, я не знаю, кто не играл в Доту, она уже у всех вот тут в печенках, где, я не знаю, там... Я показал на горло и сказал в печенках, да, у меня печенка в горле. Ну, короче, Дота у меня примерно там же. А вот Герои Шторма видели еще не все. Собственно, почему не видели? Потому что Blizzard ломит что-то какую-то странную политику очень... под названием «Дайте бабла», да? Оу. Такое ощущение, что Blizzard — это компания-бедолашка где-то в Африке находящаяся и совсем денег не видавшая. Их негров не кормят, да? Да-да-да. Говорит, подайте нам, пожалуйста. Собирайте хлопок, хлопок собирайте. Под курс рубля мы вам еще сделаем, ух, прям цены, чтобы не жаловались. В Хардстоуне там такой намек, дайте денег, а здесь это просто капец. Тут вот периодически открывают героев, видимо, которыми можно поиграть на этой неделе бесплатно. А всех остальных ты открываешь либо за какое-то нереальное количество внутриигровой валюты, либо за реальное бабло. То есть открыть героя самого простого стоит 200 рублей. Нормально? А это по сравнению с Дотой, где вот все эти сотни героев, там сколько их там, я не знаю, сколько их сейчас, 200, сколько, 300, 500, не знаю. После того, как мы записывали крайнюю серию Раковника, прошло столько времени и столько героев добавили, что я туда соваться боюсь, если честно. Доту-то? Да. Да нас там сожрут сразу. Вот. Забанят нафиг за то, что раки. Нет, нет, нас не забанят. Нас фильтр отметет просто нафиг. Сообщение такое большое. Ладно, баннер, короче, у меня хотя бы открыт один герой, а ты играешь теми, которые можно просто так играть бесплатно. Халявщик. А я открыл героя, я буду жечь рок-н-ролл. Да. Здесь куют металл! Честно говоря, после того, как я зашел в эту игру... Жмакни кнопочку, там тебе должны начать? Написать. Да, начать, давай. Жми. Офигеть, никогда не думал, что Рак-Раков помогать будет. Конечно, я буду... Ну, в общем, мы играем с ботами, потому что... Ну, с кем мы еще можем играть? Потому что я продолжу фразу. Потому что если мы будем играть с людьми, нас, по-моему, быстрее обматерят. Вот, перечислят вообще все матершинные и нематершинные фразы. Вот. Слушай, я тебе... Это, ты играл в это, ну, в обучение? Да, конечно, года так... Два назад. Но ты в курсе, что конечно, здесь есть эти правила этих локаций? То есть на локации можно что-нибудь делать такое хитрое? Приветствую, глупцы. А, ну да, есть эти, типа корабля копии. Там. Да-да-да. А вот, кстати, вот это общий я не видел. Смысл-то я знаю, но вот как все это реализовано, понятия не имею, так что. Скорый вход откроется. А еще я без звука, вообще круто. Ужас. Почему без звука? А я потому что игру запустил на другой акустике, а начал, точнее, и в системе уже переключил по ходу дела. Вот, а Blizzard походу свои игры не умеют встраивать автоматическое определение звукового устройства, соответственно, я рулю без звука, твой рук не услышу, ха-ха. Все понятно, короче. Ну, оно не меняется, не особо меняется раз от раза. Да, поэтому я не парюсь шибко. Так. Так. В первую очередь мне как-то надо так. Нажмите, надо все, чтобы. Эти движения, господи, чтобы использовать, чтобы принять там, знаешь. О, вот то, что мне надо, разблокировать камеру. Блин, вот эта мышка, как в Доте, это меня убивает просто.
А у тебя не разблокировано, что ли? Я сразу разблокировал. Я понимаю, но только у меня обычно на ВСД вот эта фигня сделана. Слушай, погоди, а наши ребята-то, они вообще на какую линию поперлись? Или мы тут что, одни? Ты так говоришь, как будто я тут все знаю. Слушай, вообще... офигеть, офигеть. Мы тут вдвоем против ни хрена себе. Почему вдвоем-то? Как так получилось-то? Как так вышло? Ну все, сейчас. А нет, нет, стоп. Боты, здесь есть боты. Пойдем вниз на нижний, на нижний лайн. Там кто-то пошел, да. Мне на нижние настройки надо в идеале. Сейчас, погоди, сейчас все нормально. Управление, горячие клавиши. ВСД, ой, как все. Ладно, буду извращаться так здесь, а потом решаю. Не, вот это вот реально, конечно, по поводу мышки, там, перебегать всю эту тему. У меня... А, вот. На стрелочной еще можно перебегать камеру. И там... Рейнера вообще видеть на коне, это как-то странно. Давай тайку сумачи. А, все уже. Да, все уже. Я только пришел, он сразу... Ты что, это Рейнер? Ты на башне-то не бей. Не-не-не, я еще помню примерно доту, так что все в порядке. А тут, кстати, два только лайна на этой карте. Изи, изи. Изи, братюнь, изи. Рейнер, у тебя такая пуха, стреляешь, как маленький мальчик с пневматики. Что это за нафиг? А вот что мне нравится. О, о, пойдем, 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 пойдем вот сюда. Подожди, я хочу чпокнуть его туда. Заходи в шкаф. А, блин. О, я стан походу дал, да? Нифига я, чувак, блин, вообще продвинулся. За ними туда, короче, они ломанулись, эти черти туда. Где они, эти черти? В шкаф иди, иди в шкаф. Нагибать их будем сейчас. На тебе. О, как видел, да, я его чпокнул. Штяк. Я сам не знал, что это к ней. Господи, я надеюсь, после вот этого клик-задротства моя мышка не скажет: чувак, иди в шобу ты куда-нибудь со своими дотами. Это явно будет испытание для меня. Я еще кого-то чпокнул. Я не знаю, я, наверное. Диабло, вали, вали, диабло, отлично. Я тоже так подумал, что отлично. О, еще кого-то. Тройное убийство, ну нифига я вообще, чувак. Главное, чтобы это я убивал, главное. Чтобы. А то себе там фраги насыпную. Тут еще же по ходу дела прокачиваться-то надо, ё-моё. Да, да, да. Братюнь, отдохни. Ты шо? Ау. Давайте, ребят, мочить его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мать ваша. Тут что-то вала пришла какая-то. На тебе, паскуда. Иди свою дьяволу на ту, там играйся. Так. Ау, ау, ау. Воу-воу-воу-воу. Застанили. Да-да-да-да-да, меня тоже чпокнули немножко. Противнику бей, паскуда. Давай, братюнь, я верю в тебя. Да, сейчас. Слушай, они что-то сделали интересное такое, непонятное. Ну, тут надо собирать черепа, в обмен на них вызывает этих големов штурмовых. Так, еще. Выберите отдельно выполнять больше здоровья, да. Тайное время во время автоматического усиления. Вампирическая атака. Атакуйте вашего героя. Да. Вылезаем, короче, из этого шкафа. Ты не забыл про качнуть? Не-не-не, конечно. Да, хорошо. Я потерял, я не знаю, где я вообще нахожусь. А, вниз понятно. Иди, на юг. Да-да-да. Еду, еду, еду. Так, а где наш голем? Вот мне интересно. Щелкните правой кнопочкой, чтобы выйти из шахты. Да, ухожу я. Короче, сейчас... Так как мы играем только профессионально в доте, вообще на три. Сейчас, читаю, сейчас по нижнему лайну пойдет этот голем штурмовой. Вот он идет. Ой, чувак, я с тобой дружу. Давай, вместе воспринимаемся. Так, давай, из-под тяжка сейчас пушечки надо. Валим башню. О, у нас утро есть? Да, это бот? Это чувак, это непонятно. О!
кончились патроны. Ей. Раздаем мы вообще как боги прям. Это, походу, их не база? Нет, это еще не база. Это внешнее кольцо. Ты, блин, да ты продвинутый. Да, вообще, что чувствую себя нубом вообще. А когда мне уйту туда будет? Ну... А вот должны уже были дать. Ее, шапка идет моя тема. Это как у Старк, ты же проходил-то? Как у него корабль назывался-то? Не помнишь? А, нет, я не помню. Но это не вот я сейчас ее как раз запустил, вот эту хрень. О, и кстати, нашего так поддержать надо. Гачи тут. Но все равно рано или поздно сдох. Понятное дело, надо больше, как можно больше заманить на три. У меня еще есть вот эта штука. Классная. Блин, если я так вижу, вот эту чумали. Ненавижу вот эту хрень из-за тоты. Точнее, в доте вот эту хрень ненавижу. Да, есть. Диабло отпрыгался. Да. Так, я сейчас наши хапну. Поэтому все такие крутые. Ей, это не купит. Есть. О-о-о. Крипа в натуре забирать. Я говорю, что это, знаешь. Лишь бы говорить что-то. Совсем плохо не будет. Это что, мы типа базу их не будем? Да. Ну нифига себе, слушай. Боги вообще. Готовься валить. Тройное убийство сделал. Ты там где? Да мне жопу дырут. Пошел-ка я отсюда, пошел-ка от меня. Не-н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 е
пополам. Ушел? Конечно. С горем пополам. Ау, ау, ау. Тихо, тихо, тихо. Вот вам всем, паскуды. Долбой самолетик. Ау, нет, нет, нет. Всех. Блин, у меня... А, вот в чем проблема. У меня маны нет. Ого, тут еще маны есть. Нифига, я не знал даже. Шучу, конечно. Кажется, слушай, они такие напучковались тут, такие все крутые. А нас тут мало, типа, а их тут много, типа. Блин, они нас давят, прессуют, прессуют, ребятки. Где наша подмога в натуре? Прессуют, ребята. Так. Давай, долби, 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 долби их, долби в натуре. Не уйдет. Теперь мы им сыпем сейчас. На-на, одного чпокнул. Второго чпокнул. Сейчас третьего будет, наверное. Ей, тройное убийство. Ай, четверное убийство. Ай, я вообще красава в натуре. Самое, знаешь, что самое главное тут? Заразиться, а то придется все покупать. Да. Подсесть боишься? Да-да-да. Да нет, на самом деле не затянет. Сейчас. Дотка обломалась, значит, тут тоже обломится. Ай-яй-яй, меня утро шпилит. Уродец маленький. Тройное убийство. Есть тройное убийство. Ну давай. Ау, 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 ау. Пошел-ка я отсюда. Я уж что, слушай, размечтался, думал, сейчас мы им всем всыпем, а тут ага. Ну вообще да, мы как бы должны уже. Как мне отключить ту подсказку, а? Которая вылетает на пол экрана? Да нет, вот слева висит. Вот если скажешь, если это узнаешь как, ты мне тоже скажи. Типа я не знаю тоже. На тебе. Ау, 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 ау. Забери, детка, забери его. Есть. Против не купит. Черт. Наши хапнул. Есть, против не купит. Так, а ты где там? Я валю. У меня совсем давай, мало давай, жизни осталось. Космокорабль, рубай. Рубай всех в натуре. Ой-ой-ой, пойду. Да, да, чувак, ты иди сюда. Куда ты побежал-то? Там куча уродцев этих непонятных. Давай апнем. Поехали. О-о-о, как меня дали.
Так. А я не взял. А, за-за. Come on, you here. Я вам покажу, как... Вон новый талант. Чё там? На. Ребятки! Ребятки, вы меня в натуре бьют. Да нет, подожди, я, пойду я в шкаф, короче. Вау, 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 меня застанили, нифига. Какие тут спецэффекты. Сейчас мы с утором черепов наберем. С утором? Ну, с этим, с врагом тут рубаете? Нет, я в шкаф пошел. Пока утр. Сейчас насасывать будет у меня утр. Так. Давай, насасывай, засранец. Есть. Блин, они сюда пришли. Вот ублюдки, а. А тут-то я думаю. Меня все боятся, так разбежались. Все, они просто тоже в шкаф пошли. Да, все пучком оказывается. Ну, пока они по шкафам лазят, я тогда их не раз заберу. Чуть мелочиться-то. Ну я надеюсь, мне уж банчик-то не дадут. Ты что, там базу что ли решил в одиночку расколупать? А чё нет? Я ж вообще супер-мега блатной. А все, кстати, голем сейчас пойдет. Да? Угу. Вы опять черепа там стырили? А да-да, я говорю, пошли в шкаф, набрали черепов. Воу, он прямо около базы вес мусор, ну это все. Как это? ГГВП, вот. Я аж в шоке, что я такую фигню знаю. Блин, слушай, я пойду верхний лайн защищать. Там потому что вражеский голем резнулся. Я не думаю, что это понадобится. Если честно. Все, да, уже. Да. Аларчик просто открывался. Нормально мы с тобой нагибаторы папки. Да, вообще. 33-35. Слушай, ну это не дота, тут киллы прям летятся, все дури. Нет, ну слушай, а вот где-нибудь здесь можно сложность ботов-то выставлять? А вот ты спросил тоже. Слушай, я сомневаюсь, конечно, что нам это надо. А ты сейчас понавосстанавливаем. Верес, пацаны, будем не успевать. Ну давай, давай, давай других героев посмотрим, что тут, кто тут есть. Так, а как мне, что, выход нажать, да? Да, а да. Сейчас выйду нафиг на винду. Новые герои рвутся в бой, щелкни, бла-бла-бла. И так утр слиняй нафиг куда-нибудь. Так, ну, Малфурион, он мне, конечно, нравится. Вот мне панда нравится вообще, чувак продвинутый. Панда? Ну, я даже не, да, я только не понимаю, кем, как ему вообще играть. Блин, 400 рублей, да вы нахалы за эту волосатую хрень. Ужас. Что-то мне уже не нравится, если честно. Передумал я. Вот утро, ничего так, 99 рублей. Погоди, так утро разве у тебя открыт сейчас? Да, конечно, у меня вообще ничего не открыто. Я ж... Пенсионный шторм, я прочитал, пенсионный шторм. Угу. Ну да, пенсионный шторм. Для внуков, да? Один герой, блин, пол пенсии, нормально, чё? Пенсионный шторм. Так, ну чё, поехали? Да, жмя, погоди, типа, вот ты погоди. Да ладно, чё годить-то? Все равно, блин, сейчас насасывать будем. Фу, проблем-то. Слушай, мы так давно не играли в эту тему, что я даже сленг забыл. Ой. Вообще, блин, ну бью. Во, я буду Джайна играть тогда. Слушай, какая она толстая, однако. Да. Я буду... Слушай, вот я бы насчет жирух вот не говорил, вот будучи вот этим вот. Ну это же панда в натуре, чё ты? Он типа должен быть таким. Конечно, конечно. Каждая панда при рождении получает документ, где там расписывается, что ты должен быть жирным до конца своих дней. Разумеется, блин. Вся няшность панды в том, что она пуфыстая. А может Джайна, она в чем-то панда, или она, не знаю, подписывала такую же бумагу? Я понял, она просто наколдовала левого чего-то. Вот и все, расплачивается. А правого? А, ну это пираты. Пиратов я видел.
Да? Да. Прогресс, бро. А я... Что ты хоть их видел? Да тут, короче, надо искать сундуки на нейтральной территории. Я примерно всю эту тему понимаю, только вот как это все делается, не очень. Ну, короче, собираешь монетки из этих сундуков. Ну, то есть бьешь сундук, собираешь монетки, отдаешь монетки вот этому вурдалаку, он делает залп по вражеским этим. Ну, тут для дебила сейчас у меня ролик показывается, и на фоне твоего разговора как раз... Все говорят, что куда сувать вообще, чтобы что-то было. Так, ну что, пошли, типа? Давай, давай. Так, так бездонная кружка умения увеличивает максимальный запас отвара. Да, точно, пойдем на низ пойдем. Там. Я сейчас бочками лупить их всех буду, вообще ништяк. Бочками? Да, бочками всех бить буду. Ну, типа, такое есть умение у меня. Бочки лупить. Ку-ку-ку. Снежная буря. Слушай, я, наверное, привяжу героя к камере. Наверное, это будет. Хотя нет, плохое это решение. Так, ну-ка давай. Ого! Панда, ты чё, нахуй? Вот тебе и толстый. Привет, как херня. Ау. О, меня станет пыталась эта дура. Ну-ка, на-ка, получи-ка. На-ка, пожбанчика. Ух ты. Хорошо зарядил, да? Так. Я даже не думал, что так могу. О, тут сундук есть, иди сюда. Вау, панду сейчас отметили. А, у меня тут есть замедлялки. Ну, типа, споить их все дела. Прям панда, это чувак русский такой. В смысле? Ну, споить всех, там все дела такие. О. Русский работает. Так, я что-то денег заработал, походу. Ой-ой-ой, тут это пришла, крылатая бестия. Такая говорит, чёрная. Сейчас я дублоны сдам. Норм. Мы 5 заработали уже. На тебе. Все возьму. На тебе еще раз. Ай-яй-яй, вот сбежала крысёрна. Что-то это... Пончик, что-то это толстый вообще ни о чем. Я, наверное, не вкуриваю, как этим пользоваться, чувак, у меня. На! Как я их зарядил. Будет знать. Все, давай, рубай, брать у меня этого. На тебе. Убежал, сволочь. Я лучше не буду нарваться. Секун он просто секун, вот. Все, что я о нем знаю, так, смертельный удар. Быстрый рефлекс, так. Гаденыш, а? Да не говори, блин. Давай. О, что это нафиг, это твое там? Да. Это даст нам немного времени. Ага. Да, люблю как тех чуваков, которые по площади бьют. Ай-яй, пойду-ка я нафиг. Там что-нибудь займусь, чем нибудь делами интересными. Оп, кто-то так пролетел знатно. Слушай, этот алкаш, короче, знаешь, что делает? Он, короче, может выпить из бочонка, втюхаться во всякое не хочу. И, короче, жизни немножко отнимает, но зато полная мана становится. Чё так? Тема. Так, я думаю, она мне лично не поможет нифига. Давай, я её застанил. Ах ты, ай-яй-яй, заруби эту паскуду, ну заруби, ну один удар. Блин, а? Блин, вот этого жалко упустили. Да не говори, блин. Крысы, иди сюда. На тебе, жбан. Вот так вот всех спою, нафиг один останусь. Вот это вот прыгать, вот эта тема, ничего так работает. Пойду-ка я апнусь. Я не знаю, вот сюда зайду. Нет. Да, точно. Блин, сундук бы. Сундук бы тебе. Да, мне бы сундук. Кольцо огня. Подобрасывание. Увеличивать дальность здесь. Тут, кстати, можно ведь этих наемников себе заграбастывать. Да, есть такая тема. То есть это вот как убить нейтралов. Только поиметь наемников, да? Да. И тогда эти нейтралы, они как бы к тебе присоединяются.
Новый уровень. Ей, у меня новый уровень есть. Вот тут у нас маг, типа, крутой так, весь из себя такой. Ау. Диабло, не трогай меня. Накля, получите все, распишитесь. А! Собака, а? В смысле, пес? В смысле, сука, да? Ну, типа того. Так. Да, я что-то как-то паршиво выгляжу. Чё, утро хочет захватить лагерь? Где это? Не вижу на карте. Давай. Сдавай дублоны. Ну, короче, чтобы понять эту игру, нужно... Сейчас жахнет. По верхнему лайну пошел фигарить. Башни. Ты что, подкупил-то пиратов? Да. Предатели. Продались они. Хорошо. Да. Ей. Ох, нифига себе он прожал-то, а. О, ты бы видел, что я сейчас бышкой делал своей. У меня тут такая офигенная тема была, короче. Я не знаю, как объяснить даже. Но это было круто, короче. Так. Есть. Есть. Килл. Так, держать. Так, вот эти вот хрень. Алкашню. Зарубаем сейчас. Тик. Ну давай. Ладно. Блин, мне бы-то... Во мне, походу, просыпается этот настоящий дотер. Вламываемся. Рубим всех. Оп. А ты куда убежал? Я на верхнем лайне с утором. Колбасим тут. Как увеличивает эффективность замедления. О. Время восстановлено. Ну ладно, да, вот это. Ну, куда ты побежал-то? Упырь, куда ты понесся? О, изи. Ну чё, ребята? Стой, Диабло. Ноу. Хлебну-ка я. У меня хорошее предчувствие. Не-не-не, куда ты собрался-то, чувак? Блин. Давай, рубай. О, ну попал он, короче, сейчас я ему навтыкаю. А ты ж... Пошел-ка я отсюда теперь. Закончилось действие. Почти ему навтыкал, окей. Зараза, убрала. Да не говори, блин, я тоже вообще весь в обиде его. Так, идите-ка вы, похлебайте пивка. Да, нет, это я был, значит, на среднем. Честно говоря, довольно запутанные уровни. Ну да, я тебе не дотку гонять. Да ладно, брось, я даже не знал... Очень долгое время, что такое Рошан и где его искать. Да? Все плохо. Хотя я такой же. Оп. Ну блин, это всего лишь дублоны. А во! Ну тут вообще боги. Воу, изи. Есть. Искали мне там.
Обломал я кайф утеру. Давай. Так, давай, 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 сундучок. Давай, 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 ей. Не знаю, круто это было или нет. Мы что-то тут сделали, короче. А что это там происходит-то вообще? Где? А, ну мы тут уже типа пробились уже. Сейчас типа я вам базу облегчу деятельность. Сейчас еще залп будет. Я насобирал монеток. Понеслась, короче. А куда монетки-то кидать? Ага, все, а в центре? Во, все, блин. Все, да. Пошел, у меня вообще 7 монеток оказывается. Тут вообще-то собирать нельзя. Придет злой. А какой? Он сейчас пока залп делает, его нету. Он на корабль убежал. Сейчас вылезет. Ты давай денег возьми, а потом делай, что хочешь. Ну и что, как тебе панда? Панда? Не. Вот такая, как она выглядит, вот прям вот так она и двигается. Ну, это хилер такой, отчасти. Вот знаешь, что классное у него? Вот эта вот тема. Ой. Вот это классное. Это у нее типа ульта. Это что-то типа бомбура. Из ВК. Давай, сдавай ему бабло. Да, сдаю уже. Понеслась, короче, сейчас он еще зарядит. Все, мой. Все монеты-то забери, не? Нет, он забирает тут вот, ну короче. Ладно. Столько, сколько нужно на этом уровне. Сначала 10 нужно для залпа, потом 12, потом 14. Угу. Давай, вылазь на туре, ну. Харе уже бомбить. Вылазь давай. Сколько тебе ждать-то можно? За пара своими монетами. Надо сейчас, брать. Короче, осадных вурдалаков сейчас возьмем. И все, останется только добить. Все. Ей. Дублон с хапой. А, утро возьмет. Норм. Все, сейчас, короче, добиваем. Ух ты! Тайкус, ты оборзел, что-то вообще. Я Диабло Панда люблю, ты бы видел эту тему. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Ей, отправил на дно панду, этой, Диабло этого. И еще 6 монет заработал. Раздал ему как бог, короче. Весело. Давай, 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 давай. А, теперь Диабло у меня тут появился. Оп. Оп, чинагок. У меня тут вот жизни мало. Так, а ну-ка, поехали покатаемся. О, Керриган, это опасно. Сейчас я издам опасно. Ой. Я не знаю, кто что сделал там, но ей больно было. Упс. Вот им, вот им. Стой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, братюня, изи. На тебя в натуре, попей пивку. Так, Диабло, не уходи, вечеринка только началась. Так он за мной шел, он думал, что я на вечеринку приглашаю. Так, и ладно, давай мы навтыкаем сейчас что-нибудь. На тебе, жбан. На тебе. Нет, какой? Ай-яй-яй, отвалит меня. Ей, противник убит. Ну, фурионыч пукнули. Не стоит со мной шутить. Иди сюда. Двойное убийство. Так. Хутер на туре, ты вообще нахал. Их потерял. На тебе огоньку.
Давно бы тебе не осталось. Так, а что он там за талант? На, Джайна. Цвет. Есть. Ау. Да, я такой желал. Нет, я жду мобов. Ах ты нахал, мобов он ждет так. У-у-у, поехали на туре, колбасит всех колесиком. Ух, кто-то же, дьявол, держись. Пошел я отсюда. Вот это было неприятно. Кивку кинул. Жизня, жизня. Есть. Так, что у нас тут? А ты меня можешь похилить? Ага, разбежался. Сами себе не хватает. Есть, все. Нет, ну я думал, ты сказал. Хилер, да хилер. Нет, он такой, знаешь, поддержка типа. Плюнуть там, чтобы кто-то подскользнулся или еще что-то, это за взястие. Ага. А на больше не способен. Так. Нет, волосатый. Больше ты мне не нужен. Героическая способность. Да, награды, у меня тоже. Офигеть. Слушай, да мы сейчас супер-мега нагибаторы. Да какие супер-мега? Вот золотых как не было, так и нет. 2000 я потратил на то, чтобы открыть этого рок-н-ролльщика, и все. Да? Да. Нет, ну там есть эти системы достижений, какая-то там прогресс игрока, что-то. Дополнительное золото на 4-м уровне, на 6-м. Вот если я 6-й получу, то у меня откроются какие-то ежедневные задания. Ну, как в Хардстоуне, я так понимаю, и там можно будет каждый день какую-то фигню делать, и тебе будет по чуть-чуть золотишко отсыпать. Другой герой. Да нет, слушай, хватит для серии, мы показали двух героев. Да нет, я просто переключился на всякий случай. А? Толстый меня больше ничего не цепляет. Не про канал, да? Не. Ну, им, видать, им как-то надо уметь играть, но не мое, короче. То есть этот... Чувак пушистый, няшный, ну не мое, не. Рейнар-то ничего? Тебе да, Рейнар, по-моему, простенький такой в использовании. Нет, мне понравился этот вот ETC, который этот... Рокер? Да, он классный. Ну, в смысле, помимо внешнего вида, он такой этот функциональный. Друзья, Лёшек спалился, ему только внешний вид понравился. Нет, внешний вид у многих хороший, дизайном они как-то никогда обижены не были. Я имею в виду Близзардов. Угу. Вот. Ну, я не знаю, разве что вот эти вот зерги с этими личинками их, они как-то не очень. Да и то он... Ну, просто потому что там форма не очень. Королева клинков, ничего так нарисовано. Королева клинков, а у тебя ее можно выбрать? Нет, я просто... Ну, ее можно щелкнуть, и она же это... Вообще, Сара Керриган мне вообще нравилась в различных итерациях. Но, блин, тут она такая стрёмыш. И сиськи у нее как два прыщика. А это-то оригинальная, которая до превращения в королеву? И та мне нравилась. Нет, а сейчас... Вот. А сейчас не нравится. Оригинально, но они герои тут какие-то, знаешь, прессованные все, не очень. Ну вот она. Да, ну смотри, она такое ощущение, как на гнома смахивает. Не, гном вот. О, ну и смотри, насколько она выше его. Жесть, да я говорю, они все какие-то такие. Вот, блин, вот я хочу вот этой хрени поиграть. Смотри, какая хрень. Вот смотри, какая хрень. А, это я играл, кстати. Няшка, когда няшка-какашка. Я первый раз играл, была среди открытых героев. Вуду вот терпеть его в Диабло не могу. Да. Ну, блин, надо отдать ему, вообще. Надо отдать ему должное. Он это такой деятельный чувачок в этом в Диабло, в третьем. О, ну да-да, неплохо. Заратул? Ну. Заратул, да, он, конечно. Ну, в Старкрафте нагибал, тут я не понятия. Вот, кстати, Диабло вечно от всех отсасывает. Артас мне не понравился здесь. Артас? Мне найти бы еще этого Артаса тут. Ну, верхний ряд, левый блок героев. Потерявшиеся викинги. О, они даже не влазят никуда нафиг. Еще 15 штук, ё-моё.
Да, очень хотел показать на самом деле этих викингов, но их. Ой, ну это прям случай. Зелень из дотки. Вот, вот, вот. Летать. Мой персонаж. Вот этим чуваком я хочу играть. Ну да. Но его открыть, чтобы надо 7000. 7000. Я это думаю, что ты ETC открыл? А эти 2000 всего лишь надо. Конечно, конечно. Ну я более-менее знаком был. Смех и грех, блин. Как с ним играть? Нет, тут реально, короче, ребят, если вы хотите играть в нее без доната, то вам придется сутками напролет забыть про школу, про туалет, вообще про личную гигиену. Сидеть вот тут шпилить, шпилить, шпилить ради того, чтобы выбились эти вонючие монетки. Причем нет, слушай, тогда... это, ты знаешь, даже нужно будет не подряд сидеть вот много-много времени, а каждый день там как на работу ходить. Так вот, пиджачок я... надел, галстук повязал и в Героев Шторма сел, выполняешь ежедневные задания, там посидел там часик и ушел. И в следующий раз опять от звонка до звонка, чтобы тебе там капнуло эти там сколько-то золотых монет. Я не знаю, сколько там будет за ежедневные задания, я пока еще не открывал. Но не знаю, пока это как-то смотрится нелепо. То есть я не могу всех героев посмотреть, чтобы открыть их мне нужно, должно пройти какая-то хреново гора времени. Я не знаю, ненормально, по-моему. Вот, плюс, короче, такая тема, я сейчас вспомнил, потому что смотрел, тоже интересовался темой, кто знает, я очень хотел в нее поиграть, в эту игру. Понятное дело, теперь-то уже не хочу. Цены тут ого-го. Вот. Да даже, конечно, не в донате даже дело, то, что тупо не дают потестить хотя бы. В том же, в этом, в тренировках там, еще в чем-то. Вот. Фишка в другом. Пока я вот лазил, скажем так, ждал эту игру, пока мне ключик вышлют. Я смотрел на ютубах, как люди другие играют. Соответственно, узнал некоторые штуки. Например, вот эти золотые монетки раз в какой-то в этот даются. То есть ты заработал, допустим, на сегодня штуку, да, и все, до свидания. Да, так это и есть ежедневное задание. Вот, ну я к тому, что и больше ты никак не заработаешь, даже если ты сутками будешь сидеть тут. Это я как-то, про это и сказал. Как-то, по-моему, ну странно, что ли, если хотят Blizzard, чтобы в нее в эту игру пилили, шпилили сутками. Ну, могли бы как-то иначе все это, да, нет, но система-то она точно такая же, как в Хардстоуне. А в Хардстоуне, если честно, там задания как стоят. Ты выбрал там три задания, да, выполнил. На место выполненного задания стало новое задание, ты его опять можешь выполнить. То есть, по факту, если ты играешь долго, ты можешь, ну, реально заработать монетки, если ты еще и хорошо играешь. Там точно так же. Не. Там точно так же. За день три выполнил задание, и все, жди обновления на следующий день, пока тебе опять три свалится. Они иногда могут накопиться. Вот это это привет донату, скажем так, да? У меня чтобы иногда копились. И лютые, лютые задроты, чтобы ну, как бы не выкачали за сутки все подряд. Ну, видимо, да. Ну, не знаю, короче, странная, темная и прохладная история вот со всеми вот этим донатом. Во всяком случае, на мой вот сейчас взгляд, в игре есть два косяка. Убитый интерфейс для новичка. Нет, вот, ну и с донат. Этим они ничего не сделают. Слушай, если они не сделали с этим за столько лет ничего, да, то просто во время бета-тестирования они ничего не изменят. То есть вот он уже интерфейс у игры. Готов. Что тут, наверное, жесть, ничего не будет менять. Ну да, неудобно. Непонятно. Ну, а вспомни этот StarCraft 2. Там вообще что-то... Я там точно так же, как это... Блуждаешь, где там, где вообще, что, куда мне идти там. Надо задростывать, да, часами, чтобы понять, разобраться, привыкнуть к чему-то. А потом в нормальную игру заходишь, с нормальным интерфейсом. Где, что тут, что за нафиг вообще? Это у меня такая тема была, да, после StarCraft я какое-то время играл в компанию, когда... Ладно, давай закругляться. Я надеюсь, мы хоть какое-то направление задали, и пусть даже раковое, но мнение выразили. Появятся другие мазохисты, которые тоже решат поиграть в это дело. Я не знаю, может быть, кто-то хотя бы посмеялся, глядя это видео. Но в любом случае, спасибо, что смотрели. Мы рады были с вами. Надо было сказать спасибо, что смеялись. Ну, я не знаю, может, люди плакали. От того, что так смешно. Или, знаешь, они сидели там две трети видео вот так вот просто с фейспалмом, только бы не видеть, и так приоткрывали глаза. Ой, блин.
Черт, да. Попало все-таки, ё-моё. Ах, в любом случае, мы с вами прощаемся. Я не знаю, я жду ваших комментариев. Надо этого больше? В каких количествах? Хотите вы, чтобы мы в это играли? Не хотите вы, там, уйдите со сцены, не знаю. Но в любом случае, как-то прореагируйте. Причем в комментах, а не в личных сообщениях. А то мне Ичи на вас нажаловался, что, дескать, пишите в эти в ЛС. А я смотрю... комментариев так видео нет, думаю, печаль, беда, никто не голосует, ай-яй-яй. Вот, ну, в общем, всем пока, всем удачи, всем халявных ключей для Heroes of the Storm, чтобы посмотрели, что это лютый донат. Всем пока. Покеда, друзья.